областного центра приглашают принять участие в двухколесном празднике, который уже несколько лет организует общественная организация «Союз велосипедистов Волгограда» и велодвижение «Велопарад Волгоград». Стать участником велопарада может каждый. Единственным критерием является возраст от 14 лет. Это связано с правилами передвижения по проезжей части. После общего сбора велосипедистов около Царицынской оперы 12:00 они отправляются к площади Советской.